Доброго времени суток, друзья! Вы на канале Hard Reset Info, перед нами Кубот X19S. И в этом видеоролике мы вам покажем, где на нем найти скачанные файлы. Для этого мы находим приложение, которое называется Files, и которое всегда по умолчанию предустановлено на данное устройство. Но если вы его случайно удалили, вы можете его обратно скачать себе с Play Market. После этого мы нажимаем на Files, нажимаем продолжить, и здесь мы видим пункт «Скачанные файлы», где мы видим все файлы, которые мы когда-либо скачивали на наш телефон. Здесь у меня что-то странное происходит. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то можете задавать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всего хорошего. Пока!